Добро пожаловать на канал HardReset.info. Сейчас я вам покажу, как на устройстве Honor 7A заблокировать номер, добавить его в черный список. Итак, для начала вам нужно перейти в приложение «Звонилка». Да, и попробовать набрать какой-то любой номер. Допустим, он вам позвонил, да? У меня симки нет, но во всяком случае он запечатлится здесь. Вот, отлично. У нас есть номер. Да, любой, абсолютно рандомный номер, но, возможно, вам этот номер мешает. Что нужно сделать, чтобы он к вам никогда не смог дозвониться? Берете на него, нажимаете и удерживаете. Затем нажимаете в черный список. Элементарно, просто. Если вдруг вы хотите удалить этот номер из черного списка, либо вы его случайно заблокировали. Ну, короче, вам нужно удалить номер из черного списка. Нажимаете на кнопочку «Еще», и здесь есть надпись «Заблокировано». Нажимаете. Нажимаете сверху в правом верхнем углу на шестереночку. Нажимаете «Черный список номеров». И вот как раз-таки тот номер, который вы заблокировали. Можете добавить еще один, тоже здесь, отсюда тоже можно добавлять. Либо же можно нажать и удерживать, да, то есть вы видели, нажать удерживать заблокированный номер, нажать на корзиночку и красную кнопочку удалить. Великолепно, мы удалили номер. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи.